Армавирцы не забывают о подвигах наших земляков. Предприниматели и члены общественной организации «Дагестан» пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны Николаю Чирачеву не с пустыми руками. Дорогой Николай Емельянович, это дагестанская диаспора, общественная организация. Сегодня вас поздравляет с 70-летием победы над фашизмом. Желаю вам еще долгих лет жизни. И вам подарок от нашей диаспоры, от нашей общины, вот этот телевизор. Смотрите еще долгие годы. День Победы! Новенький телевизор с большим экраном как нельзя кстати. Николай Емельянович в ноябре отметит 90-летний юбилей. На войну он ушел в 43-м, когда ему было всего 17 лет. Служил в 4-м казачьем корпусе. В 44-м получил ранение на Карпатах, попал в госпиталь и снова на фронт. Победу он встретил во Львове. Руководители организации «Дагестан» Ибак Ибаков и управляющий Московского индустриального банка Эльмудин Хасаев еще раз поблагодарили ветерана за мирное небо над головой. Живите долго. Спасибо вам. Это вам спасибо. Это вам спасибо. Здоровья вам еще раз. Удачи. Всего хорошего. Николая Емельяновича ждал сладкий подарок – три коробки от кондитерского предприятия «Элза». Китель ветерана украшает множество наград. Из них медали за отвагу, за боевые заслуги, а также за победу с изображением Сталина. В мирное время эта награда дала право на получение юбилейной медали к 70-летию Победы. Теперь парад на Красной площади 9 мая Николай Емельянович сможет увидеть на большом экране. Инна Лепеткина, Сергей Шуль, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.